С предстоящим профессиональным праздником тверских врачей поздравил и председатель городской думы Евгений Пичуев. Он в эту пятницу пообщался с теми, кому сейчас особенно тяжело – персоналом областной клинической больницы, которая в эти дни находится на самом острие борьбы с коронавирусом. Эти мешки и коробки в конференц-зале ОКБ лучше всего характеризуют нынешнее положение клиники, которая сейчас находится в самом эпицентре противостояния COVID-19. В упаковках средства индивидуальной защиты. Создать такие запасы, по словам главврача, помогло рачительное ведение хозяйства, благодаря чему удалось скопить значительные резервы, так теперь пригодившиеся. Вот специально для того, чтобы пережить эту эпидемию, чтобы мы могли себя защитить, купить все, что нам нужно. Зато у нас сейчас все есть. У нас не так много медиков пострадало. Вот. Мы смогли их защитить. Большинство медиков, которые пришли на это торжественное собрание, также были экипированы в средства самозащиты. Халаты, маски, перчатки. Все они буквально на 30-40 минут вырвались, чтобы принять поздравления и награды от первых лиц города и области. Среди тех, кого отметили за честный и профессиональный труд, и старшая медсестра Ольга Евсеева, которой пришлось временно покинуть свое кардиохирургическое отделение ради борьбы с коронавирусом. Я работаю сейчас в красной зоне, обычной палатной медсестрой. Работы стало больше. Если я даже работала старшей медсестрой, я все равно работала палатной медсестрой, также работала с пациентами. Сейчас я в основном работаю только с пациентами. Ее коллега Галина Квасная, также упоминая про все тяготы и лишения медицинской службы в нынешних условиях, отмечает существенно возросшее чувство локтя, товарищества в коллективе УКБ. Когда она, облачая коллегу в те самые халаты и маски, переживает больше его. Когда отправляешь человека в зону, это на себе, наверное, больше ответственность. Потому что иногда он вроде оделся, посмотрел, а там где-то щелочка есть, заклеил. То есть надо внимательно к ним обратиться. Потому что они свои, отправляешь как своих детей. Дружнее, наверное, стали. Прислушиваться больше стали друг к другу. Взаимовыручка большая. Обе медсестры получили в этот день благодарность Тверской городской думы за свою работу. В том числе и сейчас, во время пандемии коронавируса. Вручавший награды председатель муниципального парламента выразил уверенность, что самоотверженный труд медиков в крайне тяжелых условиях, спасающих жизни пациентов, изменит все отношение общества к людям в белых халатах. И сейчас общество оборачивается лицом и понимает, что самое ценное в этой жизни, самое ценное здоровье. И кто не как врачи и медицинские работники будут оказывать этому обществу и народу эту помощь и сохранять их здоровье. Обычно продолжительное, в этом году торжественное собрание в честь Дня медработников выдалось очень коротким. По его окончании врачи и медсестры дружно поспешили обратно в палаты, чтобы продолжить борьбу за здоровье, а иной раз и за жизнь своих земляков.